Сейчас получается необходимость, требуемая архитекторами и потребителями конечного продукта. Мы хотим скрытое крепление. Мы не хотим видеть какие-то механические, железные, нежелезные, любые соединения на фасадах. Давайте сделаем скрытое крепление. В настоящий момент у нас не так много инструментов, которыми мы можем это обеспечить. Анкеры скрытого крепления, керамический гранит на пропилах, закладные элементы, при производстве которые возможно установить в те или иные виды облицовок. И вот один из моментов, который мы сегодня обсуждали, это возможность использования этих облицовок при помощи скрытого крепления клеевыми системами. Собрался достаточно большой круг людей. Были представители самих производителей, были представители поставщиков различных видов облицовок, были представители проектировщиков фасадных конструкций, системщики, как мы их называем. И мы попытались наметить, обсудить, и, может быть, даже какие-то вопросы мы сегодня смогли решить по мероприятиям, необходимым для легализации с точки зрения безопасности и надежности применения этих систем в России. В ходе обсуждения наметили многие вопросы, которые сейчас будут реализовываться для формирования требований к клеевым системам, требованиям к методам испытания этих систем, требований к натурным испытаниям этих решений и узлов соединений непосредственно на объектах. Требования по проектированию тоже стоят и к расчетам, изложению этих, совокупности этих решений в понятных абсолютно методических указаниях и рекомендациях. Во что это в конечном итоге превратится? В свод правил или какие-то методические отдельные указания? Но главное, чтобы этим можно было спокойно пользоваться при проектировании. Все делают. На сегодняшний момент это абсолютно ни с какой стороны не регламентированный продукт. Производители только сейчас начали обучать отдельными там разными мероприятиями системщиков и монтажников для применения этих систем. Это один из факторов, да, который мы понимаем и обсуждали сегодня многогранно со всех сторон. Монтажники, но мы говорим, конечно, о совокупности объектов, то есть у нас не так много легитимных решений, которые можно применять, но их почти нету, по большому счету. Монтажники, не вдаваясь в детали и в подробности, не учитывая характеристики как самих продуктов, так и необходимых требований при их нанесении, а производители в данном случае внимательно осознают и отдают отчет в том, что это сложные решения, и их нужно обеспечить со всех сторон, они накладывают требования при их применении. У каждого это, ну, в том или ином виде, у кого-то окончательно осознанно и закончено, у кого-то недостаточно еще уточненных характеристиках отражено в технической документации. Кто может сказать гарантированно, что это завтра не упадет? На голову. Это совокупность всех вопросов, абсолютно связанных, начиная от разработки этого клеевой системы, потому что это не один материал, это совокупность. Это и грунтовки, это и дополнительные компоненты, это и технические решения, при необходимости обеспечивающие дополнительные с точки зрения безопасности аспекта. Но также туда накладывается, когда мы уже к самим фасадным конструкциям, требования по пожарной безопасности. И один из вопросов, который мы сегодня осветили и ждем в виде каких-то решений, совместных, наверное, решений, как мы можем на всех стадиях идентифицировать это?
и грунтовку, и силиконовый или полиуретановый клей-герметик. Но пока сложно с четкими названиями, потому что все пользуются разными. В том числе обсуждали вопрос, что на первоначальной стадии мы должны сделать единые термины определения, которыми будем пользоваться. Определить материалы подоблицовочной конструкции, к которым мы можем приклеиваться. Определить облицовочные материалы, которые мы будем использовать в составе защитно-декоративного экрана этих конструкций навесных фасадных систем. Определить то, что мы не можем использовать по каким-то критериям. И вот эти все совокупности, соединения обеспечить. И если мы поопределим, что те или иные, или отдельные продукты, или группы продуктов не обеспечивают какие-то требуемые показатели, мы можем либо ввести комбинированные системы крепления, механическую поддержку, дополнительные какие-то решения. Это все обсуждается.